Друзья, всем привет! Мне сегодня удалось познакомиться с таким интересным автомобильчиком, электрическим. И я хочу немного познакомить и вас с ним, как бы рассказать, показать и так далее. Знакомьтесь, вот такой вот у нас, вот, BMW i3. Так, друзья, у нас тут BMW i3, новенькая, абсолютно интересная машинка. Я вам про нее немножко расскажу. Она полностью электрическая. Вот сейчас зима у нас, минус 6 градусов на улице. И приблизительно она может проехать 200 километров. Едет она отлично, разгоняется еще лучше. В общем, такой интересный автомобильчик. Касательно силовой установки, здесь установлен электродвигатель мощностью 125 кВт, который выдает 250 ньютон-метров крутящего момента. С нуля до сотки она разгоняет эту малышку за 7,2 секунды, что довольно-таки немало. Хоть привод у автомобиля и задний, но подрифтить на нем вы не сможете, потому что здесь есть множество электронных систем, которые нельзя отключить. Вот так вот выглядит наш BMW i3. Сразу хочу сказать про зарядку. Если у вас есть суперчарджер, вы зарядитесь за полчаса. Если у вас его нет, вам потребуется примерно 6-8 часов на полную зарядку. Давайте откроем дверь и посмотрим на салон. Сразу хочу отметить, что двери сделаны в стиле Rolls-Royce. Можете почувствовать себя мега богатым человеком. И так вот у нас выглядит салон. Места для задних пассажиров, кстати, немало. Здесь полноценных два места, есть даже подстаканники. Можно сидеть и втроем, если вы хотите сидеть на подстаканниках. Но полноценных мест сзади только два. Вот пока показываю вам салон, вспомнил еще одну такую новость. Максимальная скорость в этом автомобиле, кстати, ограничена на отметке в 150 км в час. Поэтому дрифтеры и гонщики, эта машина точно не для вас. Вот мы и в салоне этого маленького чуда. Здесь довольно-таки интересно и просторно. Нас встречает здесь эвкалиптовое дерево, 100% дубленная кожа, красиво выполненные сиденья. Вот такая центральная консоль. Под подлокотником спрятался маленький подстаканничек. Интересно звучит. Также мы имеем два экрана LCD, управление коробкой на руле и кнопка старт-стоп здесь же. Очень прикольно, что в этом автомобиле нет центрального туннеля, ни спереди, ни сзади. Поэтому мы можем спокойно припарковаться рядышком с автомобилем другим или даже с зданием и выйти себе через пассажирскую дверь, удивив при этом других водителей. Также давайте откроем багажничек, посмотрим на него. Здесь ни электроприводов, ничего нет. Все открывается, закрывается вручную. Объем багажника составляет 260 литров. Можно сложить заднее сиденье, и тогда мы получим целых 1100 литров в багажном отделении. На первый взгляд получился довольно интересный автомобиль. Запас хода зимой приблизительно 200 км, летом обещают целых 300. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями.